2Т10 я Луганка. Именно этот зверь заставляет дворовую шпану одним только видом замереть и провожать до последнего вагона грузовой состав молча, с разинутыми ртами, а старушек-дачниц креститься и причитать на платформе, ожидая утреннюю электричку. Да, людям удалось заставить работать на себя этого монстра, но одомашнить? Нет. Этот огромный исполин никогда не станет домашним и не признает превосходство людей над собой. В нем заключена невероятная сила, злая сила. Часто на перегонах можно услышать рев двухтактного дизеля и гул турбокомпрессора. Это Луган скучает по свободе, которая была у его предков, обитавших на реликтовых однопутках трансполярной магистрали, загадочных стройках в вечной мерзлоте с секретными номерами. Поговаривают, что сам лично отказался от строительства этой дороги после многочисленных докладов о рельсовых монстрах, которые нападали на людей, разрушали постройки и конструкции, оглушая неистовым воем тифонов. Лишь много лет спустя знаменитой экспедиции геологов-любителей и фермеров из славного Луганска удалось хитростью забрать нескольких детенышей этого монстра, а потом подчинить себе и другие особи. Поговаривают, что им бы никогда это не удалось, если бы не помощь всем известных, но до сих пор никем не обнаруженных лабораторий Сантос. Смельчак, который сейчас отважится заглянуть в глаза буферники 2Т10Л, увидит глубоко спрятанную злость к окружающему миру. Иногда тепловоз бунтует, тогда он плюется маслом и огнем из своих коллекторов выпускной системы, вспоминая дикое прошлое. Федор Митичкин. На кабельных работах, 1977 год. Друзья, товарищи, всем здрасте! Ура! Новая модель от маэстро Павла Саичева – тепловоз 2Т10Л, действующая со светом и дымом, шумом и гамом. Чтобы джентльмен понимал, в 17 году мы уже делали ролик о поездах мастера, который вы посмотрели уже 123 тысячи раза. Народу нравится! Чего? Народу нравится! Точно! Ну вот, третьего дня Павел Анатольевич и спрашивает, какой, мол, тепловоз запилить для нового макета. Мы ему присоветовали 2Т10Л. На целый год закипела работа. Павел трудился, как папа Карлос Сантана. И вот тут труту новый экспонат готов. Вот он, смотрите. Сейчас мы присутствуем при уникальном моменте, самом первом запуске тепловоза. Вот, лично маэстро осуществляет последнее приготовление перед стартом. Давайте подивимся. Неизвестно, что будет. Может, тут сама рассып пойдет. Рукава все порвем. Да бог с рукавами, что-то делать надо, четвертый путь как-то отключить. Пока аппарат стоит, го осмотрим его поближе. Две секции, выполненные из жести и выкрашенные правильным зеленым цветом. Номер тепловоза 2635, о реальном прототипе которого мы расскажем чуть позже. Есть крутая true story, связанная с ним, о которой почти никто не знает, но... А пока оцените степень правдоподобности модели. Поставьте ролик на паузу и напишите ваши первые впечатления об этом агрегате. Заранее спасибо. Вот он, исторический момент. Первый, самый первый запуск тепловоза на макете. Дым повалил, дизель запустился. Ну что, поехали. Блин, как же это круто! Павел Анатольевич доволен. Еще бы, столько трудов и вот осязаемый результат. Поглядим на тепловоз с другого ракурса. Yeah.
Эй, кругосветка. Термин, который мы придумали для обозначения покатушек модели через весь огромный макет. Ну, ребята, как говорится, you can always get what you want, что переводится «не всегда получаешь то, что захочешь». Какие-то траблы, сход на стрелке, шайся. Павел Анатольевич заметно встревожен, пытается пофиксить внезапную дичь. Оказалась причина в концевых кранах, которые упирались друг в друга и сталкивали на острике заднюю тележку. Маэстро быстро определился с неисправностью, результат джентльмен может видеть на экране. Моделист решил погонять на стрелке тепловоз еще несколько раз, чтобы убедиться в устранении неисправности. Кстати, нам очень понравилось, как реализован свет на модели. Желтый, причем буферный фонари тусклее, чем прожектор. Однако дальнейшие испытания выявили еще одну проблемку. Тихий, очень тихий ход тепловоза вдали от блока питания. Слишком мало напряжения, и даже на высшей позиции аппарат двигался, как пьяная курица. А в дальней кривой самовар и вовсе остановился. Пришлось его немного подтолкнуть. Что ж, маэстро принял решение собрать новый, более мощный блок питания. Благо знания для этого в наличии. Пожалуй, надо рассказать поучительную и очень интересную историю, связанную с реальным прототипом нашего героя – тепловозом 2T10L2635. Послухайте. Машинист, назовем его Оуэн, со своим помощником доктором Сарториусом задумали таки провести из Зелецена наливной поезд. И вот едут, поднимаются в ройку, дизель, понимаешь, шепчет, труба с небом разговаривает. Гроссмеханик дремлет за пультом, стропила не шелохнуться. И вдруг тарам! Обрыв автосцепки между тепловозом и первым вагоном. Встали. Машинист Оуэн хоть может и не виноват, понимает, что это брак в работе. Как минимум минус премия, а как максимум перевод в слесаря. И что ты себе думаешь? Эти челики перекинули автосцепку с последнего вагона, поставив ее взамен изломанной, и благополучно доехали. Более того, задержка на перегоне составила всего 30 минут. Любой, кто видел автосцепку, понимает, что она тяжелая, как сволочь, 176 килограмм. Снять ее с последнего вагона, дотащить по насыпи через весь состав, затем поставить на тепловоз... Нет, это нереально. Как говорил Том Круз, Mission Impossible. Но они это реально сделали. Довели поезд до конечной станции. А когда их стали спрашивать, что за фигня с последним вагоном, отвечали, что вообще не в курсах. Так и отступились от них. А теперь вопрос на смекалку. Как же все-таки бригада смогла дотащить сцепку с хвоста и поставить ее, потратив на все про все полчаса? Нажмите на паузу и черканите ваш вариант. Спасибо. Окей, правильный ответ. Около станции с обеих сторон располагались деревни. И чуваки просто добежали до ближайшего тракториста-механизатора, и он, не бесплатно, конечно, подцепил тросом автосцепку к трактору и по фасту доволок ее к тепловозу. Профит.
Как по нам, этому машинисту еще медаль надо бы дать и почетную грамоту. Однако вернемся к нашим баранам. Многие зрители видят этот макет в первый раз и, разумеется, интересуются, что он олицетворяет и чьих кистей эта работа. Отвечаем. Сам макет является полным эксклюзивом. Ничего подобного больше нигде нет. Все, что вы на нем видите, 100% ручная работа. При этом подвижной состав, рельсы, светофоры, столбы изготовил Павел Анатольевич. А все без исключения здания другой талантливый моделист Александр Алексеевич. Если зрителю интересно, то про этот макет есть отдельный ролик. Ссылку мы оставим в описании. Друзья, фильм будет неполным без рассказа о реальных тепловозах этой серии. 2Т-10Л по факту микс силовой установки и экипажной части от тепловоза Т-10 и всего остального от легенды Т-3, точнее Т-3Л. Важно, что в отличие от стокового Т-3 с кузовом рамной конструкции, новинка получила уже несущий кузов. Тем не менее, американский довоенный судовой дизель, применяемый на Т-3, перекочевал и на Луганку, пусть и обзавелся турбокомпрессором. Впервые 2Т-10Л с номером 001 Луганский завод построил в октябре 1961 года, постепенно став наращивать их выпуск. Машина так понравилась фермерам, что ее выпуск с трудом был остановлен лишь в 1977 году. Примерно вот так. За это время было произведено 7309 секций нашего героя. Умножаем длину секции 16 метров 70 сантиметров на 7309 штук, получаем вереницу длиной 122 километра. Гросс-машина. Ну, на самом деле, с восторгами фермеров от нового агрегата мы погорячились. Тепловоз получился такой себе. Сейчас вы услышите то, что не сможете прочесть ни в одном учебнике. Отзывы наших подписчиков, которые трудились на этих гравицапах. Итак, Игорь. Машина, конечно, красивая, но страшная как в эксплуатации, так и в ремонте. Практически ни одна поездка не обходилась без приключений. Горели они хорошо, турбина разрывала, валы летали по дизельному, в разнос уходили часто. Хуже них, по-моему, были только ТГ-102. МСГ. Разлетались нагнетатели, турбокомпрессоры, обрывало карданы. Это все случалось, как правило, на высоких позициях. А по местной инструкции осмотр тепловоза проводился на позициях не выше 10-й. Хотя приходилось и на 15-й бегать, если на подъеме задняя секция сбросила нагрузку, а на одной хрен вытащить. Самый пипец – это карданы привода вентилятора. Сколько на них помощников намотало? А всего-то, что надо было сделать, система охлаждения секций холодильника на гидравлике. Шамиль. Машина простая, надежная, по-любому доедешь. Правда, летом бывало с 8-9 позиции вода под 100 градусов. Зимой иней на лобовом стекле скоблили ножом, чтобы хоть что-то увидеть. С пассажирскими на скорости более устойчиво идет, чем тепловозы серии В и М. Турбины ТК-34 и правда дерьмовые были. Закатывало лабиринтные уплотнения часто и заливало маслом даже головные вагоны. Вован. Кошмар какой-то. Дюриты текут, вода уходит, сильно боксует. Часто обрывало валы и муфты, горели дренажные трубы, разлетались нагнетатели второй ступени. Лучше уж старенький Т-3. Владик. Работал на таком. Ничего хорошего в нем нет. Дизель полный Г. Масло льется по картерным лючкам, их 20 нижних и 10 верхних, плюс турбокомпрессор кидает, иногда с крыши течет. Дизель двухтактный, неэкономичный, постоянно нужно прогревать. При ниже 40 градусов течь воды по уплотнениям гильзы может попасть в картер. Максим Машенюга. 2Т-10Л – это очень упрямый пепелац. Он вечно ломается, дымит, горит, электроника коротит, машинист помогало материт, а тепловоз все равно едет. Фактически, как дракон Дайнерис из «Игры престолов». Т-100. Если говорить о плюсах, то бык хорошо держал скорость на подъеме. Не было замечаний по схеме возбуждения главного генератора. Хотя, как она работает, мало кто знал. Сергей.
Машина жрала все жидкости. Стекла воды еле хватало на 120 километров пути. Масло тоже. Текло везде и всегда. И даже если вода нигде не текла, она все равно уходила. Без пожара обходилась редкая поездка. А валы – это просто наказание в плохо освещенном дизельном. Оуэн, Д-100 – головная боль для дизелиста. Чтобы заменить прогоревший нижний поршень, нужно было разобрать пол двигателя. Ладно, хватит, пожалуй, а то одно расстройство. Друзья мои, мы хотим, чтобы вы понимали, при всех недостатках 2Т-10 тел в настоящее время весьма уважаемые и почитаемые машины. Тем более в работе их осталось совсем мало. Может, всего с десяток. А в России вроде как вообще один тепловоз. Кстати, правда, что в Молдове луганки уже не работают? Напишите, кто в курсе. Мы с грустью вспоминаем эти локомотивы. Помнится, раньше, в конце 80-х, по пути в депо, постоянно можно было видеть горячие луганки, стоящие на тракционных путях. Интересно, что работавшие в те дни маневровые ЧМ-3, построенные примерно тогда же, до сих пор вполне неплохо себя чувствуют. А вот 2Т-10Л не осталось ни одного. Может, поэтому уважаемая компания Евротрейн выпускает целых 4 разновидности модели тепловоза ЧМ-3 и ни одной луганки. Кстати, о Евротрейне. Чтобы джентльмен понимал, эта компания единственная в России, объединившая под одним брендом макетную студию, сеть магазинов для моделистов, а также производство масштабных железнодорожных моделей, в том числе по специальным заказам. Евротрейн, по сути, единственный, кто производит в России модели железных дорог в 87-м масштабе. Конечно, вопрос, а как там с качеством? Да как бы сказать, топ-качество, 100% качество, high quality. Ведь модели локомотивов и вагонов компании оценили не только российские коллекционеры, не избалованные ассортиментом, но и моделисты Германии, Австрии, Чехии, Польши, Болгарии, Франции и даже Японии. Давайте посмотрим на чмухи. Заходим на сайт компании и действительно наблюдаем целых 4 разновидности тепловозов. Не знаем, есть ли еще в мире производитель, который предлагает столько модификаций известной серии локомотива. Все они отличаются не только окрасом и номерами, но даже внешними деталями, точь-в-точь как реальные прототипы. Например, первая, самая ранняя чмуха от компании с номером 485, которая имеет заводской окрас первых лет и полностью соответствует первым 800 локомотивам, выпущенным до 1970 года. Вторая серия ЧМ-3-1465 с московской дороги. Так красились тепловозы до 2900 номеров или до 79 года. Третья серия с номером 2916 уже Горьковской дороги. Вот это по-нашему. На таких тепловозах была изменена внешняя кабина машиниста, появились продольные гофры, что добавило шарма. В то же время на дверях капота все еще сохранялись выштамповки, упраздненные в дальнейшем. Да и путеочиститель стал изящнее. И четвертая серия чмуха от Евротрейна – тепловоз с номером 1652. Гофр на кабине нет, зато аппарат закатали в корпоратишу. Задумав купить ЧМ-3 для макета, мы бы выбрали именно 2916, третью серию, ГЖД, самую, пожалуй, красивую внешне. Вот смотрите, основа рама сделана из металла, сразу плюс 80 к надежности, затем кузов, пластиковый. Это также правильное решение, ибо только пластик позволяет добиться наибольшей детализации, которой не достигнешь в металле. Вроде как поручни – хрупкая вещь, но и тут Евротрейн на коне. Компания выполнила их из полиамида, материала который гнется, но почти не ломается. Окрас фирма 100% правильный и безупречный. Для движения аппарат оборудован двумя маховиками, сразу на 4 оси. Очень качественный токосъем с металлическими колесными парами. При этом вторая и пятая колесные пары с возможностью вертикальных колебаний. Это делает прохождение неровностей почти безупречным. Разумеется, освещение и внешнее, и внутреннее, чтобы можно было подивиться на интерьер кабины. Возможность установки цифрового и звукового декодеров
Звуки дизеля, тифона, тормозов, мата. А бонус – пакетик со сцепками SA3, звездой и концевыми рукавами. ЧМ-3 уместен почти на любом железнодорожном макете и даже на совсем сторонней диораме. Ну, потому что тепляк за десятилетия настолько плотно вписался в ландшафт, что даже на городском макете машина будет смотреться органично. А вообще лучше купить все 4 чмухи. Вот это круто! Уверенные в качестве продукции, компания Eurotrain дает гарантию целый год на все тепловозы, купленные у них. Приобрести модель можно в Москве, метро Трубное, это самый крупный магазин, или метро Маяковское, там тоже круто. Суровым питерским парням рекомендуется к посещению магазин у метро Технологический институт. Всем остальным зрителям нашего канала интернет-магазины в помощь. Приходите, выбирайте, покупайте и играйте. А еще у Евротрейна есть группа в ВК и аккаунт в Инстаграме. Вот как-то так. Что ж, поблагодарим Павла Анатольевича за то, что он также принимает участие в сохранении наследия СССР. Его машина без сомнения будет способствовать благородной миссии. И когда очередной посетитель музея, который в своей жизни не видел никаких других локомотивов, кроме ЭПЭХ и немного ласточек с сапсанами, вдруг узреет самобытные контуры нашего героя, возможно, он заинтересуется этим необычным ретро-тепловозом, а заодно и историей советской техники в целом. А наши зрители могут предложить в комментах, какую модель маэстро Павлу начать делать следующей. Мы постараемся ваше пожелание передать адресату. Оценивайте ролик лайком или дизом, подписывайтесь на наш канал, инсту и группу в ВК. Заходьте на стримы. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!